Демонтаж холодильной камеры следует производить при температуре окружающего воздуха не менее 12 градусов с предварительной выдержкой панелей в теплом помещении не менее 24 часов. Инструментами для сборки служат молоток и деревянный брусок. Вам также понадобится комплект отверток для установки петель и замка. Все комплектующие, необходимые для сборки камеры, упаковываются в картонную коробку, которая входит в комплект поставки. Перед сборкой панели в пазы профиля необходимо уложить самоклеющийся уплотнитель, предварительно сняв защитный слой. Если в камере предполагается установка распашной двери, петли для последующей навески двери на панель дверного проема можно установить до сборки камеры. Сборку камеры следует начать с установки половых панелей. Соединение панели между собой производят нажатием на один из концов панели и последующим соединением по всей длине панели. Чтобы не повредить профиль при соединении панелей, применяйте деревянный брусок с наклеенной на него резиновой прокладкой. Следующим этапом приступаем к сборке стен по периметру. Начинаем с соединения боковой панели со стойкой и монтажа прямого угла. Внимание! При монтаже боковые панели должны быть расположены шипами с левой стороны от монтажника, находящегося внутри камеры. После сборки стен приступаем к сборке потолка. Очень важно установить правильно первую потолочную панель, плавно и равномерно прижимая ее сверху вниз, избегая образования щелей. Последними устанавливаются фронтальные панели и панель дверного проема. Сборку последней панели заканчиваем, предварительно установив на нее угловую стойку. Замыкающей является потолочная панель. Обратите внимание, что необходимо сначала надавить на внутренние края замыкающей потолочной панели, а потом сдвинуть ее до упора до полной фиксации в профиле. После сборки камеры проводим монтаж ручки замка и узла защелки дверного блока камеры в соответствии с руководством по эксплуатации холодильных камер Polair. Следующим этапом устанавливаем узел защелки на панель дверного проема. Проверяем плотность прилегания двери путем осмотра изнутри неосвещенной камеры на просвет. При необходимости проводим регулировку положения ручки и защелки замка. В комплект холодильной камеры входят декоративные заглушки, которыми закрываем винты крепления петель и отверстия под перенавеску двери. Завершающий этап сборки холодильной камеры – установка пороговой накладки. При необходимости дополнительно производится герметизация холодильной камеры силиконовым герметиком, который входит в комплект поставки.